Всем привет! Сегодня у нас четвертый день нашего нового аккаунта. У нас уже почти 5000 силы. Сегодня попробуем пройти новые подземочки. Также пройти следующую волну. Ну и прокачать немножко свой аккаунт. Так, еще один ангел. Неплохо. Вот мы можем ангела перевести уже на следующий уровень. Правда, качать нам особо некем. Поэтому пока оставим скилл как есть. Так, забираем сундучок. Ежедневку. И давайте поставим, нафармим сейчас немножко. Золото и маны, и поставим на прокачку дальше здания. О, тут ворожай есть, круто. Завидую этому аккаунту. Неплохие, неплохие герои. Но у нас, в принципе, герои тоже ничем не хуже. Но, как видите, сейчас, если включится ворожай, все. Вот так эпически слились, но хоть немножко золота заработали. Так, что у нас тут требует? Ставим, прокачали. Смотрим магию. Так. Так, так, так. Не хватает нам золота, как обычно. Атлантикор. Неплохо. И две смены. Ну, будем ждать по квесту смены, чтобы за это дополнительно еще получать самоцветики. Так, плюс 15. Ну, давайте уже добьем. Так, есть купидончик у нас уже с четвертым скиллом. Книжечки забрали. Давайте попробуем пока пройти волну и сбегаем на арену. Неплохо. Значки почета хоть получили. Тут мы сейчас сольемся по-любому. Герои со второй эволюции. Круто, круто. Так, забираем тоже награду, значки почета. Ну, у нас осталось использовать магию. Давайте пока наймем юнитов. Что у нас тут еще есть на постройке? Заборчик мы пока строить не будем. Попробуем построить еще один лагерь. Это уже третий лагерь у нас будет.
Постройки до 5 минут можно улучшать бесплатно. Так, забрали. Ну, давайте в рейде сейчас используем еще магию. Так, есть. Теперь у нас еще по постройкам. Так, это по добыче. Нам нужно улучшать ратушу свою. Что у нас по юнитам? Юнитов и махи. В общем, надо кучу фармить, кучу золота. Есть. Забираем свой квест. Дали бесплатные книжечки и яйцо. И побежали, попробуем зафармить следующую волну. Это волна С. Думаю, должны тоже ее без проблем затащить. Да, тут, конечно, один этот юнит остался совсем не в тему. Я надеюсь, сейчас он... Ай. Вот так вот не смогли пройти из-за того, что не сможем сейчас просто убить этого юнита. Нам просто времени не хватит. Да. Ну, поехали, вторая попытка. Ну, тут получше зашли. Так, первая пройдена. С2. Да, герои тут уже посерьезнее будут, чем на предыдущих волнах. Так, С3. Следующая С4. Ну, думаю, до C5 мы доживем. Что дальше будет, я даже не знаю. Так, есть. Ну, давайте, тащите. C5. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, красавчики. Затащили. Так, ну, волна D. Ну, давайте уже попробуем волну D, что делать. Сейчас, думаю, на второй, третьей волне сольемся. Судя по тому, насколько тут прокачанные зеленые герои. Тут ловить нечего. У нас просто на второй, третьей волне могут просто унести. Но пока держимся. D3. Ну, тут поменьше уже, конечно, но вот оно. Вот то, о чем я и говорил. Нас просто ушатали. Ну, бывает. Так, давайте заберем. Профармим немножко эту волну. Так, 2, 3. Есть. Опять нам придется 10 минут шариться. Блин, ну тут часто, конечно, смены падают по 300 орденов.
Так, посмотрим, пока что тут в акциях есть. За покупку мы получаем неплохо так. Три коробочки с пятыми талантами. Да, это годненько. Фонтан у них закрыт. А вот и подъехала опять халява. Смотрите, это жесть, ребята. Правда, тут четвертый сет ремки, но вот здесь это намного круче, чем вот эта топовая награда. Пятерочка, ну не знаю, не знаю. По-моему, они просто наш русский сервер унижают. Ну, конечно, тут кулаков нет. Сколько тут попытка? 200, да? Ну, бесплатно смену чар получили. Вот так вот. Повезло, повезло нам. Так. Когда-то мы доберемся до чар. Думаю, нам эта карта поможет. Но это не точно. Так, есть. Ну, 8 минут. Сейчас бы мне сюда количество самов с русского сервера. Можно было бы не ждать оживления по 8 минут. Так, еще посмотрим, что у нас тут по магии. Улучшить 190 тысяч. 80. Так, немножко подкопили. Посмотрим, с чем нам там выпал Атлант. Бастион 1.8. Неплохо, неплохо. Так. Побежали пока. Попробуем кого-то на арене нагнуть. Да, тут, конечно, не особо нагнешь. Так, что у нас тут? 35 самиков. И тут у нас 20. Следующий строитель 1000 стоит. Недешево. Так, 6 минут. Новые плюшки. Да, плюшки, конечно, не очень. Наймем пока везде юнитов. Следующую волну нам надо будет немножко подкачать героя где-то так под 80 уровень. Тогда будет все намного проще, они будут хоть более-менее в равных условиях. А пока что наши прокачки, как видели, маловато. Надо качать и качать. Да, нравятся мне их акции, можно два
Два воодушевления словить. Неплохо. Так, подземки. Так, посмотрим, что у нас тут в алтаре можно поменять. Да, плюшек, конечно, у нас не особо. Единственное, можно улучшить здание. Но пока это трогать не будем. Да, лут, конечно. Нехти. Так, надо будет открывать уже экспедицию. Не можем сбегать. Странно. Странно, странно, почему не пускает. Попытки есть. А, все, наверное, закончилось событие. Скорее всего, так. Хотя нам кулаки не дали. Странно. Так, здание гильдии построили, название, я все понял, я пока ничего никого не хочу создавать, спасибо. Мы ждем подземочки. Так, что у нас открывается? Что вообще у нас по ресурсам? 1000 кулаков, печалька, 1000 значков почета, точнее почти 10 тысяч. Кристаллы 560 и 429 самоцветов. Ну, я думаю, мы скоро улучшим намного эти показатели. Так, следующий ранг у нас будет за 7500, потом 12, 17, 19, 21. Блин, есть еще над чем работать. 58, 380 и 500. Честно говоря, этот титул не особо заметен. Единственное, он там дает на арене преимущество, то, что у тебя герои более сильные стают. А так, в принципе, разницы в геймплее особо нет. Так, ну давайте снимайте уже ограничения, пойдем быстренько фармить подземочки. Хватит отдыхать. Так, что нам ратуша даст на следующем уровне? Так, хранилище. Вроде есть таблетка. Странно, странно. Так. Трое уже есть, но нам надо все. Да, надо начинать пробовать фармить ордена.
Там очень вкусные плюшки бывают. Так, что у нас сегодня? Обычное подземелье 3. Да, что-то они там шатают, а я засыпаю уже. Зашел специально ради того, чтобы заснять видос, не пропустить день. Потому что утром нужно просыпаться и ничего не поделаешь. Обещал каждый день снимать. Так, 3-1 пройдено. Тут, конечно, герои уже посерьезнее, чем мои. Долго-долго они ее мучают. Тыковку бы сюда, но было бы попроще. Так, 3-3. Самое главное, чтобы никто из вражеских героев до нас не добежал, и мы успели его убить. Потому что сейчас просто тупо будут сливать с плюшки. Чем дальше, тем сложнее проходить все. Особенно с такими героями без первой эволюции даже. Как видите, фарминг стал намного дольше. Вот у нас осталась еще одна панда. Такое чувство, что она может ушатать. Может и нет. Так, ну побежали к следующей подземке. Да, тут, конечно, сразу заметно, насколько дольше начали справляться. Так, есть, затащили. Сколько? 5. Ну, ребят, наверное, на этом сегодня закончим, потому что мне утром уезжать. Уже приеду вечером и постараюсь заснять за фармим, что мы за фармим и что, какие будут у нас новые изменения на аккаунте. Все, подписывайтесь, ставьте обязательно лайки. Буду стараться получше делать для вас контент. Всем пока.